Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? Empire Puzzles опять. Добил я все-таки свой альянс, и сейчас мы добьем первого нашего титана. Будет у меня здесь один титан. Вот это квестики наши. Также немножко разобрался еще больше. Ребята подсказали, спасибо. Построил казарму. Казарму не так уж просто построить. Я искал очень долго порта, где найти эти постройки, чтобы прокачивать отряды. В итоге пришлось скачать цитадель на 10 и какую-то постройку на 5, и потом у вас появится вот преобразовать. И вы можете обратно менять эти здания бесплатно причем. То есть тут вы в зависимости от вашей прокачки уже прокачиваете свои отряды, которые у вас есть. Плюс там один левел дает от уровня. Вот у меня некоторые уже прокачаны, кроме фиолетовых. Ну, то есть она взаимосвязана с цитаделью. Пока вы не прокачаете цитадель, на нее надо дофигища, вы не сможете прокачивать отряды. Отряды прокачиваются тем же самым цветом. В общем, вот так вот. Так, надо позабирать, пособирать ресурсики. Так, ну что, у нас сегодня квесты поменялись. Что там по квестам? Можно опыт, разные вот квесты есть с разным опытом. 2600, 9000. Кстати, неплохо, неплохо, неплохо насыпают. Давайте попробуем. Вот такие вот у меня уже герои. Вчера выбил Торна, даже два Марьяна, Маргарет. Еще надо желтого и фиолетового. Ну и по фиолетовому, видите, у меня отстает отряд, я его не качаю пока. Так. Сейчас пойдем еще добьем Титана. Решил его зафигачить. Дошел уже, наконец-то открыл Атлантиду, потом вам тоже ее покажу. Вот Атлантиде, конечно, сложновато еще. Ну, мне надо героев качать, у меня хоть герои топовые, но для прокачки их надо время. Вы никуда от этого не денетесь, даже фармить дофига. Все равно очень медленно они качаются. Кто-то там писал, что вот донат, донат, донат тут не особо, честно говоря, решает выбить героя, да, но прокачать него надо очень долго задрастовать. Так. Вот так вот, 14 уровень, плюс медальку получили, плюс ценность команды повысили, окей. Такс, хорошо, поехали на босса, босса, босса. Не на босса, а на титана добьем. Вот титан наш. Посмотрим заодно, какие плюхи будут. Ну, желательно, конечно, его гильдии бить. Это слабенький, это первый. Дальше все круче будет. Бум! Первый титан повержен.
Поехали, посмотрим, что нам там за плюхи дадут. Результаты: ночной дракон, нанесенный урон 4. Ну, понятно. Так, ну что, обработка и... Что-то странно. Сколько будет длиться эта обработка у них? Давайте выйдем с игры. С обратно войдем. Может, так оно быстрее обработает. Все, короче, не дают нам зайти в игру. Нас забанили, ребята, за читы. За то, что мы сами убили. Так, позакрывать эти все. И нифига не понятно. А, вот статус. Ну, я скажу, для ресурсов, ладно. Ваши очки А+. Ресурсы еще куда ни шло. Теперь я... Ну, возможно, он слабенький. Один самоцвет, это, конечно. Удивили. Чем-то вы мне HG напоминаете. Так, следующий титан появится через 2.38. Вот так вот. Ну, в общем, кидайте, ребятушки, заявочки в мой альянс. Титан повержен. Так, окей, следующий титан через 2.38. Мой альянс, вот, можете в телегу писать. Такс. Поехали. Короче, куча всего. Не успеваешь все сделать. Надо зелий наделать. Реально, дальше я так понял, что без зелья очень сложно воевать. Сейчас увидите. Так, собрали. Бесплатная уже та призыва у нас есть. Икару. Так, через 2 часа будет новый призыв, можно будет паролить. Так, что это тут у нас все занято, забито, отлично. Так, поехали. Вот я на 15-м уже. Торна, как видите, я уже один раз улучшил. Не знаю, как герой, пишите в комментах, что вы скажете. И у меня еще один вопрос по поводу прокачки. Вот я качаю М50 уровень, я до сих пор не могу понять. Потом переапаю его, он получается на первый падает. Есть ли смысл его качать по левелу сразу? Или есть смысл сначала поапать, а потом качать? Это как-то, блин, влил ресурсы в него. Получается, он упал на первый уровень, и все. И опять снова качаешь. Или это нормально можно качать? Вот это вот. Интересно, кто играет. Пишите в комментах, чтобы можно было понять. А то апнулся и, блин, опять на первый уровень. Pick up the pieces.
Так, немножко дефа надо набрать. В принципе, эти не должны убить. Дальше с боссами проблема вечно. Вот видите, вроде максимальные герои, а вот без прокачки они дальше не особо-то тащат. Так, подхилим немножко. Тут знаете, как зайдет пазл. Не всегда удачно получается. Бывает просто раздаешь его, а бывает вообще жесть. Очень больно бьют. Вот этот заряд лучше всего перенести на следующую волну. Если у вас есть вот автоатака, то они, блин, юзают его все время. Лучше перенести его заряженных героев, оставить всех. Так, босс. Ставим, подхилим. Так, мы начнем с этого. Вот таким вот образом лучше всего оставлять магию на... Потом, так, минус один, ну тут, как видите, удачный заходик получился. До этого я два раза на нем слился, на этом боссе. Больно бьет. Ну вот отряда, я вот прокачал отряда себе, вот намного лучше стало. То есть там статки по отрядам совсем. Ты. Видите, какой, блин, упертый. Вот так вот. Победа. Так, там писали, что хорошо фармить провинции 8-7. Тут, видите, каждый раз можно таким образом хоть посмотреть награды. Вот я не знаю, где фармить для моих героев, по-моему, в 15-е уже. Как раз мы тут. В песках забвения 15-8, вот это мы здесь фармили. Пишите, в общем, комменты, будем дальше одупляться в этой игре. Всем удачи, всем пока.